my lonely dad on earth. And life is like a song. Привет, меня зовут Адель. Я из города Владикавказ, учусь в колледже имени Гергиева музыкальном, вокалистка и пианистка. Я с детства занимаюсь музыкой, попросила маму сама отдать меня на фортепиано. Я очень сильно хотела еще в детском саду. Пою эстраду, джаз, сейчас пою классику. У меня есть любимые исполнители, это Джеймс, а из наших это Лепс, Гагарина. Самый запоминающийся момент – это был вот мой первый раз выступление на сцене. Как сейчас помню, что я пела валенки, и у меня болело очень сильно горло. И перед сценой никто не знал, что делать. В итоге учительница послала маму за водкой в буфет. Я не знала, что это, как это. В итоге мне моя учительница сказала, хлебни, говорит, чуть-чуть, не глотай только. В итоге, когда я все-таки сделала глоток, у меня аж в глазах все посинело, это было ужасно. Вот, и с тех пор у меня как-то отрицательные эмоции к алкоголю. Я хочу пожелать всем участникам удачи и хорошего исполнения, удачного. Я думаю, не столько важна победа, сколько удачное выступление. Я буду петь сегодня песню своего любимого исполнителя Лепса, это «Метель». Срокам дать.